плюс. А на сегодняшнюю тему хочу сказать, как поднять самооценку. Я всегда смотрю какие-нибудь фильмы, например, «Красотка» и так далее. Или один раз развесила по всему дому стикеры «Я красотка». У меня лучшая фигура. И смотрела на них постоянно. Помогает. Сработало? Лайфхак, пишет Александра. Спасибо за лайфхак. Это круто. Саша, да. Даешь лайфхаки, друзья, в жизни. Расскажите о своем лайфхаке. Как поднять самооценку? Радиоактивное шоу «Раш». Смотри прямую трансляцию и оставляй горячие комментарии на сайте europaplus.ru.